Приветствую всех на канале Путь Инвестора, с вами Артем. И в этом ролике вы узнаете, акции каких компаний покупали инсайдеры на последней неделе апреля. Поехали! Сначала стоит пояснить, кто такие инсайдеры. Это члены какой-либо группы людей, имеющие доступ к информации, недоступной широкой публике. Термин используется в контексте, связанный с секретной, скрытной или какой-либо другой закрытой информацией или знаниями. Инсайдер – это член группы, обладающий информацией, имеющий только у этой группы. В нашем же случае, если мы говорим об инвестициях, это, к примеру, директора, это финансовые директора, исполнительные директора, SEO и так далее. То есть топ-менеджеры какой-либо компании. При покупках или продажах такие инсайдеры обязательно заполняют соответствующую форму и подают информацию в специальные контролирующие органы. Соответственно, мы с вами можем оперативно этой информацией овладеть. Множество сайтов анализируют подобную информацию. К примеру, на Whale Wisdom мы можем посмотреть количество сделок по каждой неделе за последнее время. К примеру, на последней неделе апреля было 96 покупок инсайдерами и 388 продаж. Как мы видим, в целом за последнее время инсайдеры больше продают, чем покупают. Это объяснимо. Почему? Потому что индекс S&P 500 бьет все рекорды, сейчас в районе 4200 пунктов. Поэтому, когда рынок дорогой, инсайдеры в основном акции продают. Тем более ценная информация будет о том, кто именно сейчас на дорогом рынке покупает. И именно об этой информации связан мой сегодняшний ролик. Считается, что инсайдеры могут продавать свои акции по огромному количеству причин. Чтобы потратить эти деньги на обучение своих детей в университете, чтобы купить дом или квартиру, машину и так далее. Но есть только одна причина, когда они покупают акции, когда они верят в их будущий рост. Ну а теперь давайте непосредственно перейдем к сделкам. Сегодня их будет 4, и первая компания — это Anaptys Bio. Биотехнологическая компания на клинической стадии занимается разработкой терапевтических продуктов кандидатов для лечения воспаления и иммуно-онкологических показаний. На фундаментальные показатели этой компании смотреть бесполезно, потому что она даже по прогнозам только в плюс выйдет после 2026 года. Но в любом случае давайте посмотрим об инсайдерских сделках. Инвестиционная компания Eco R1 Capital, которая вот здесь вот изначально числилась как 10% владелец этой компании, а сейчас числится как директор, купила за последнее время 27, 26, 23 апреля акции на 800 тысяч долларов, на 330 и на 2 миллиона 344 тысячи долларов. Покупала она их по цене 23,8, 23,8, 23,54. Сейчас она торгуется даже ниже этих значений, 23,11. Учитывайте, что это очень рискованная инвестиция, потому что капитализация сверхмалая, 667 миллионов долларов. Как видим, у Anaptys Bio в 2020 году существенно увеличилась выручка, хотя компания все равно является убыточной. Сейчас Yahoo рекомендует ее покупать с рейтингом 2,6, ZAX рекомендует ее держать с рейтингом 3, сайт TipRanks рекомендует также ее держать, здесь высказалось всего 3 аналитика, и устанавливают ей прогнозную цену на апрель 2022 года в 23,33, что составляет 0,26%. Плюсом от текущих значений. Технический анализ от сайта TradingView на дневном таймфрейме сейчас дает рекомендацию покупать. Вторая компания — это Texas Capital Bankshares, действует как банковская холдинговая компания для Texas Capital Bank, национальной ассоциации, которая предоставляет различные банковские продукты и услуги для коммерческих предприятий, профессионалов и предпринимателей. 23 апреля директор Стерлинг Роберт купил 5000 акций на сумму 324 тысячи долларов США. Обратите внимание, в основном он акции всегда продавал и начал их покупать только после 29 октября, когда цена была 44 доллара. Далее он покупал за 43, за 52, сейчас за 64. Текущая цена на данный момент 68 долларов. Как видим, за последнее время потоки у компании снижаются, как выручка, так и прибыль. Рекомендация от Yahoo 2,9, то есть близко к держать, но пока рейтинг все еще покупать. ZAX рекомендует держать с рейтингом 3, сайт TipRanks дает рекомендацию к умеренной покупке, 3 за покупать, 7 задержать, и дает и прогнозную стоимость на апрель 2022 года 78 долларов, что составляет плюс 14% от текущих значений. Сайт TradingView на дневном таймфрейме по техническому анализу дает рекомендацию нейтрально. Следующая компания — Green Brier Companies, разрабатывает, производит и продает оборудование для железнодорожных грузовых вагонов Северной Америки, Европе и Южной Америки. Производственный сегмент предлагает обычные железнодорожные вагоны, такие как крытые вагоны, товарные вагоны, вагоны с центральными перегородками, плоские вагоны, цистерны,
двухъярусные интермодальные вагоны. 29 апреля председатель и CEO Фурман Вильям купил акции на $481 000, 10 тысяч штук. Также он покупал акции 19 апреля на сумму 2 миллиона, почти 200 тысяч долларов 9 апреля и 10 апреля, соответственно, на сумму 866 и 1 300 долларов США. По потокам мы видим, что 19 год был лучше, чем 20 год. Сейчас рекомендация от Yahoo 2,8, близко их держать. ЗАГС рекомендует держать с рейтингом 3. Сайт TipRanks дает рекомендацию к умеренной покупке. 2 аналитика за покупку, 2 за то, чтобы держать. И к апрелю 2022 года устанавливает прогнозную стоимость 46,75, что на 4% ниже текущих значений. Сайт TradingView на дневном таймфрейме дает рекомендацию по техническому анализу покупать. Последняя компания в нашем сегодняшнем обзоре – Chipotle Mexican Grill. Вместе со своими дочерними предприятиями владеет и управляет ресторанами. По состоянию на 31 декабря 2020 года владеет и управляет 2724 ресторанами Chipotle в США, 40 международными ресторанами и 4 ресторанами не принадлежащих. Компания была основана в 1993 году, штаб-квартира находится в Калифорнии. 23 апреля директор Кэрри Мэтт купил 673 акции за $999 000. Обратите внимание, раньше Кэрри Мэтт работал в компании Home Depot, в основном он продавал. Вот один раз он купил за 210, но потом продал за 276. И первым действием его в новой компании была покупка акций на $1 000 000. На мой взгляд, это самая интересная акция в сегодняшнем обзоре, но многих отпугнет высокая цена за одну бумагу, $1500 000 практически. Но капитализация уже довольно серьезная, $42 млрд. Потоки выручки у компании растущие, Yahoo рекомендует ее покупать с рейтингом 2.1, ЗАГС рекомендует ее держать с рейтингом 3. Сайт TipRanks дает рекомендацию к умеренной покупке, 7 аналитиков рекомендуют держать, 19 покупать. И устанавливают прогнозную стоимость на апрель 2022 года $1679, что составляет плюс 13,5% от текущих значений. И технический анализ от сайта TradingView на дневном таймфрейме дает рекомендацию нейтрально. Напоминаю, что на моем канале я призываю всех думать своей головой. Почему? Потому что в таком случае вы будете инвестировать свои деньги правильным образом. Если подобные ролики вам нравятся, то обязательно подайте мне знак в виде лайка. На этом у меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.